Изменения в документообороте вступили в силу 29 июня, а теперь, когда гражданин подает бумаги для госрегистрации права собственности, например, на квартиру, сотрудник МФЦ сразу переводит их в электронный вид. При этом на договоре ставится небольшой штампик о том, что его перевели в электронный вид. Документ заверяют усиленной квалифицированной электронной подписью и направляют в Росреестр в цифре. Вот эти вот штампы о государственной регистрации, заверенные именно государственным регистратором, уходят в прошлое. И взамен этим штампом приходит вот единственный документ, который на сегодняшний день подтверждает, удостоверяет государственную регистрацию прав, это выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Есть и другие изменения. Так теперь нельзя подать заявление о кадастровом учете и регистрации прав почтовым отправлением. Также бумажные документы будут храниться в МФЦ 45 суток, после чего их передадут на хранение в Федеральную кадастровую палату Росреестра по Тамбовской области.